Знаете, мне тяжело сказать, как эти санкции коснутся обычного рядового гражданина России, но в связи с тем, что я здесь сижу, я являюсь гражданкой двух стран, но я себя позиционирую как русская модель в Америке, и я, эти санкции уже коснулись меня, например, потому что я потеряла одну очень серьезную работу, когда случилась эта трагедия с самолетом, и эту работу отдали супермодели из Нидерландов, соответственно, просто по причине... такой причине, что американская косметическая компания решили не подписывать российскую модель. То есть это, как бы, я рассказываю то, о чем я знаю, это примерно то же самое, что случилось с артистами в Юрмале. Поэтому меня, конечно, это немножечко тревожит, потому что американский рынок, европейский рынок, где находятся главные компании там, для модельного бизнеса, они, соответственно, мне кажется, ограничат использование российских моделей. Поэтому меня лично это, соответственно, коснется. Коснется ли это обычных граждан, я не думаю, что они сильно заметят, если эти граждане не путешествуют. Это коснется публичных людей. В принципе, вот был вопрос. Я думаю, что хороший ответ.